В Нью-Йорке модель Playboy с сыном выпала из окна отеля. Тела погибших нашли во внутреннем дворике отеля на Манхэттене. По данным некоторых СМИ, произошло самоубийство. В Нью-Йорке бывшая модель Playboy Стефани Адамс выпала из окна отеля вместе с 7-летним сыном, оба погибли на месте. Об этом в понедельник, 21 мая, пишет Life со ссылкой на People. Тела погибших нашли во внутреннем дворике отеля на Манхэттене. В полиции подтвердили личность Стефани, которая была моделью эротического журнала в 1992 году, а позже стала автором книг по самопомощи. По данным New York Times, скорее всего, произошло самоубийство. В то же время, по словам адвоката женщины, Стефани никогда не была несчастной и всегда улыбалась. К слову, Адамс воспитывала сына вместе с бывшим мужем. Супруги боролись за право опеки над мальчиком. Судья не предоставил модели разрешения на поездку с сыном в Европу, где она должна была провести время с бойфрендом. Ранее житель Кишинева Алексей Митаки убил свою супругу, экс-модель журнала Playboy Анастасию Чикати, а затем совершил самоубийство. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.